всем привет, дорогие друзья, с вами Гусанёк. Максим, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы, ребята, будем вам показывать, что такое VR в Гаррис моде. Покажем все функции и возможности, что можно здесь делать и как можно провести классное время. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Давайте для начала вообще вам покажу, что здесь как устроено. Вот у меня отображаются мои ХП. Вот я могу выбирать оружие. Вот я могу гранату брать. И смотрите, я могу ее кинуть. Немножечко криво. Отходите! Ой, прикольно, кстати, взрывы в VR классно смотрится. Давайте я сейчас постараюсь ее кинуть далеко. Смотрите, что я могу еще сделать. У нас есть вот такой вот дробаш. Это классно, что он такой вроде как легкий, но чувствуется именно такая вещь в руках. И можно вот так вот бахкать. А ну, Гусанёк или Максим, поставьте зомбаков. Я покажу, как вообще зомбаков можно мочить. И далеко поставьте и близко. И покажу, как можно с арбалета классно прицеливаться. Смотрите. Вот такой вот арбалетик. И можно прям в прицел смотреть. Смотри, красиво, четко в голову. Бум. Можно даже вот так стрелять. Это просто офигенно. Так что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Как вы думаете, получится у меня вот так сразу двоих пристрелить? Нет. А, он же не пробивает стрелы. А если вот так вот чисто подойти в голову? На! Ты ж, мне такое ощущение, что даже кровь как будто должна остаться была. А если я в ногу так стрельну? Или давайте не в ногу, а в другую часть тела. Он такой маленький, я всегда думал, что они большие. А он маленький. Ой, красиво. А давайте еще с какого оружия я могу пострелять. Так, это граната. Вот такого оружия можно пострелять. Так, а давайте теперь поставьте мне зомби очень далеко. Где-то аж вот там, вот возле стены. Я вам, ребята, покажу, насколько круто можно стрелять сдалека. Давайте побежим. Вот так даже можно по красоте бежать. Блин, знаете, что в VR, когда заходишь в тенек, ты реально ощущаешь вот эту вот тень. Как будто ты реально зашел в тень. Освещение просто бомбейское. Так, вижу зомбака. И давайте мы возьмем арбалетушку. Чпоньк. И смотрите, давайте постараюсь с первого раза попасть. Прям надо четко целиться. Не знаю, с какого глаза захватывается видео, но я сейчас в правый глаз целюсь. Мимо. Чуть пацаны, нет. Я косожоп. Попал. Это было красиво. Так, теперь, пацаны, заспамьте мне какую-то классную тачку, покажу, как здесь управлять машинами. И на самом деле здесь можно спаун-меню выбирать. Смотрите, я нажимаю вот так вот. И сейчас давайте мы возьмем обычные руки. И вот как вообще вызывается меню спауна. Но оно как-то здесь сделано не очень конкретно. Я не знаю, как может картинка... У меня немножко дергается картинка. Но при этом я тоже могу выбирать всякие функции здесь. Смотрите, спаун-меню. Оружие. И вот я тоже могу разное оружие выбирать. Но не все оружия поддерживаются для VR, потому что те оружия, которые не для VR, они очень криво работают. Давайте я просто на примере покажу, как это выглядит. Вот мы берем админский пистолет. Видите, не всегда срабатывает. Вот, я его вроде бы взял, да? А ну давайте проверим. Вот, смотрите, видите, как админский пистолет выглядит? Он где-то руки у меня. А, кстати, вот такой СМ... А вот и о чем и говорил. Не все оружия подходят для VR, видите? Получается, та часть оружия, которая нам видна, когда мы вот так просто играем, она даже здесь не прорисована. Кто не знал эту функцию, но вот Гаррис мод настолько оптимизированный. А если мы возьмем конкретно СМГ для VR, а вот это уже подходит. И смотрите, как можно здесь по красоте стрелять. Мощь. Давайте зомбаков раскидаем. Красиво. Ну и давайте сядем в тачку. Покажу вообще, как на тачках здесь ездить. Блин, я чувствую объем машины. Так, давайте мы возьмем обычные руки. Вот объем машины реально чувствуется. Вот прям можно как будто ручку потрогать. Зеркало здесь вот. Ну круто сделано. О, давай поставим машину для четверых, чтобы мы четвером погоняли. О, пойдет. Полицейская тачка. Это хороший выбор. Так, так, так. Я сейчас немножечко посмотрю, как все устроено. Блин, реально чувствуется, как будто это настоящая тачка. Конечно, графика нереалистичная, но это очень круто. Все, садимся в нее. Вот я сижу. Смотрите, за рулем прям руки видно. Офигеть. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика Максим приготовил мне очень классные испытания. Вот там вот на крыше, между крышами у нас натянута лестница. Она будет сначала статична, а потом на веревках, и я смогу на ней проходить между домами на большой высоте. Пацаны, вы готовы? Да. Что такое? Смотрите, теперь мы можем увидеть в VR все недостатки, как текстура влияет на посадку в машине. Ты провалил, у тебя просто голова торчит.
Вот какой у тебя носик хорошенький. Так, ну что, поехали. По зомбакам, поехали. Блин, ребята, я вам скажу, это очень шикарно выглядит. И прям, знаете, вот можно ехать и смотреть вот так боковое стекло. Кстати, я прям чувствую машину. Ой. Ну, вот прям чувствуется, что вот там вот капот заканчивается. Сейчас, сейчас. Я еще не прервался, потому что я управляю стиками. Воу, воу, воу. Это офигенно. Так. Ребята, можете написать в комментариях, что еще можно вам показать? Или что, какие рубрики можно записать в VR? Потому что здесь просто неисчерпаемый контент, который можно делать просто сутками. Пацаны, ну что, разгоняемся? Вы готовы врезаться в стенку? Офигенно. Можете типа зеркало поправить. Все четенько. Бросим скорость. Блин, мне кажется, можно гонки записать. Как вы смотрите на такое гонки в VR записать? Я прям чувствую машину. Это необычно. Мне кажется, вот когда буду прям толкаться в машине, это будет классно. Кстати, сейчас я перемещаюсь прям в пространстве. У меня много здесь места. Я могу прям пройти. Смотрите, я сейчас иду ногами. А вот уже стиком хожу. Ну, разница большая. Так, сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой, это красота. Так, садимся в тачку. Ё-моё, кстати, вот с откидным верхом это классно. Ты видишь меня, как я сзади сижу? У тебя голова так... Это ты мой маленький, тебе в носу можно даже поковыряться. Так, все, ребята, едем на спаун, и сейчас будем между крышами проходить по лестнице. Блин, даже немножко страшно, потому что в VR чувствуется вот эта высота. Так, покрасим. Кстати, эта машина лучше управляется, чем ментовская. Блин, ребята, ну это реально круто. Можно так ехать и махать всем. Привет! По красоте все. Так, тормоза здесь вообще фуфлыжные у машины. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой, кстати, я уже начал прилабываться. Ой, я сейчас, короче, подъеду там на место какое-то и типа постараюсь как по-настоящему припарковаться. Тихо, стоп, Красиво, красиво объезжаем. И сейчас постараюсь задним ходом парковочку сделать. Как это вообще будет происходить? О, типа вот туда попробую задним ходом заехать. Так. Стоп. Теперь смотрим назад. О, да, спасибо, что пересел. Так. Так, выходим, смотрим, как припарковался. Нормально, нормально. Хорошую машину, Гусенек, ты поставил. Мне она нравится. Можешь даже ее так погладить. Ну что, летим на крышу, верите меня физганом и несите меня на крышу. О, блин, у меня же голова закружилась. Ой-ой-ой-ой, ты шо? Блин, ребята, ё-моё. Ой-ой-ой, что со мной? Вот моё, ребята, испытание. Ё-моё, как это страшно. Кстати, я могу прям сесть. Вот это высота. Кстати, немножечко даже боюсь отходить. Ну ладно, идем потихонечку. Так, аккуратно. Ой, тихо, нельзя ж, я когда смотрю, куда я смотрю, туда и идет мой персонаж. А это ты прям ногами идешь? Да не, у меня уже комната кончилась. Могу быстрее идти, могу... Кстати, я могу регулировать скорость, значит, я могу и на машине ездить быстро или медленно. Надо было это проверить, ну ничего, еще будет 1000 роликов с VR, где я смогу это проверить. Так, ребят, ну это было очень просто, даже прыжок делаю в конце, потому что немножко страшно. Теперь что? Ты ее поставь боком. А я смогу? А давай, о, давай я запрыгну. Ух ты, ох-ох-ох-ох-ох. Так, надо прям, чтобы между ног была эта штука. Ну, вы поняли, за какую штуку я говорю сейчас. Ребята, настроение отличное. Просто бомбезное, вы знаете, что надо сделать. Для того, чтобы выходило очень много роликов по VR, вы должны поставить обязательно 3000 миллионов лайков. Так. Кстати, знаете, какой будет следующий левел? Это будет лестница на веревках, которая будет просто телепаться. Блин, а... Не знаю, но мой мозг говорит, не делай этого, не делай. А я беру и делаю. Зачем я это делаю? Потому что мой мозг, мой вестибулярный аппарат сходит с ума. Если получается... Да, если я вот физически пройду, я упаду с лестницы. Ребята, это очень высоко. Знаете, вот там вот ну реально прям чувствуется вот этот объем. И это, я не знаю, как это передать, но картинка, я уверен, не может передать, потому что вы ее смотрите в плоскости. Но это смотрится просто бомбически. Так, так, так. Если я уверен, нажму быстрый бег, я просто свалюсь. Ну не свалишься прям быстро, но... Ну, есть шанс на это. Кстати, я, вот под... я сейчас в данный момент подрулевываю головой. Так. И тут есть ловушка, тебе нужно прыгнуть.
Да, я понял. Спасибо тебе, Гусунёк, ты очень добрый человек. Так, а теперь эта лестница у нас на чем будет? На веревках? Да. Да. О, пока он делает лестницу, поставь мне какую-то машину, я еще хочу покататься по крыше. О, может на машине с крыши спрыгнуть? Хорошая идея. А давайте мы это с вами сделаем. Йоу, йоу, ну-ка. Йоу, йоу. Вот, йоу, вот хотел йоу, проверить, йоу. Как ты сможешь ездить на вот такой вот машине? Ооо, а чё бы и нет. Ой, прикольно, прикольно, прикольно. Кстати, я типа могу вот так типа, держаться, да? Ребята, вот где вы еще увидели Гаррисмод VR, и мы едем на тележке? Нигде. Давай свалимся. Тихо, тихо. Ты хочешь упасть? Давай. Ребята, полетели. Ё-моё, ёкалы-мынекалы! О, Дима, это прям... Ёлки-моталки! Тихо, тихо, тихо. Это я руками в реальности шевелю, потому что, мой, говорит, вестибулярный аппарат, как-то двигай руками, что ли. Воу, я Супермен. Летим вверх, блин, это реально круто. Тихо, тихо, тихо. Что сейчас было? Что сейчас было? Ух ты! Получилось у тебя на веревках сделать, да, или нет? Она шатается? И... Да, нужно баланс создать, чтобы идти ровно. Иначе тихо, тихо. Ух ты, ё-моё, она реально шатается. Ну, ребята, пока мне все хорошо. Ты прям вообще опа. Смотри, я быстро прыгай. Бегу. Прыгай, Максим. Опа, прыгай. Есть. Есть. О, пацаны, знаете, что я хочу? Вы можете там вдалеке взорвать бомбу? Хочу посмотреть, как в VR бомба взорвется. Только такая, чтобы не убила нас. Чисто на взрыв посмотреть. Ребята, где вы еще видели такой аттракцион? Тихо-тихо, очень страшно. Где мы будем в VR смотреть, как взрывается вот там вдалеке бомба. Это реально эпически. Это будет очень хороший кадр. Смотри сейчас, короче, на... Видишь меня? Да. Смотри. Да-да, вижу. Сторону. Вон он. Да, есть. О, блин, это красиво. Я прям вот этот туман, он, кстати, объемный. А нет, я головой кручу. А нет, нифига не объемный. Только когда я статично смотрю. Я не знаю, передаст это видео или нет. Но когда вот так делаю головой, у меня дым крутится клубнями. Блин, круто, круто. А ты можешь отсюда туда бомбу кинуть, как она будет лететь и взрываться? Давай. Так, я вижу, Максим еще хуже делает. Ты можешь на одной веревке сделать, Максим, а не на двух? О, да. О, давай возьму фейсган, и я сам кину. Мне интересно, получится у меня это сделать или нет. Так, ребятушки. Где мой любименький фейсган? Тихо, тихо, я хожу, я просто хочу подальше отойти. Блин, а что она такая легкая? А мы не умрем от этой бомбы? Нет. Ну все, я кидаю, пацаны, вы готовы? Давай. Тихо, 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 бомба, бомба, тихо. Так. О, красиво полетело, смотрим. Да. И... Бум. Аж лестница зашевелилась. Это эпично! Давайте я так повыглядываю, давайте сяду на корточки, сейчас мы берем оружие. Блин, у меня голова кружится, я вам серьезно говорю. У меня реально кружится голова. Это очень страшно. Кстати, как будто, знаете, такое ощущение, что я могу потрогать. Знаете, что в Гаррисмоде есть такой мод, чтобы типа можно было за стены хвататься? Было бы классно записать паркур VR. Смотрите, как дым поднимается. Это просто класс. Давай ему пинка, чтобы он упал. Нет, тихо, не надо, пацаны, не надо, не надо. Все? Да тихо, тихо, мужик. Давай, иди. Так, 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 давайте я вот так встану. На краешек. А что, она сильно шатается? А ну встань на краешек. Тихо, 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 тихо. Мне, кстати, ноги начали дрожать почему-то. Идем, идем, идем. Ты что делаешь, дурак, что ли? Так, ребята, все, собираемся, идем нормально. Потому что это все шутки, шут. Ты специально по ней прыгаешь? Тебе-то легко. Ты молодец. Так, тихонечко идем, все хорошо. Тихо! Успокойся, мужик, пожалуйста, я тебя прошу по-человечески. Так, все, практически, ребята, дошел. Yes! Что это было? Я чуть не упал. Очень много идей, но я хочу услышать и ваши, потому что мне интересно, что вы хотите увидеть на моем канале. Ну а если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Ой-ой-ой!
Ух ты, где взрыв был, смотрите!